Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Найс и Вампир, и сегодня мы начинаем проходить Мотомнезию. Здравствуйте, дорогие любители этой замечательной игры. Сегодня мы пройдем мод под названием Джейн Life Story Part 2, ну то есть история жизни Джейн, часть вторая. Итак, как вы помните, часть первую мы проходили еще очень давно с LCD, ну если вы, конечно, смотрели эту часть. Насчет модов с Терехом, которые незаконченные моды, ну, что я могу сказать? В данный момент он не может находиться здесь и записать, и продолжить тот мод. Короче, так, деловой дофига. Да, деловой дофига, так что подождет этот мод, никуда не денется. Пока что мы пройдем вот этот прекрасный мод. Итак, давайте начнем. Начать жмем. По картинке что-то стремновато. Чё-то как тут светло. А первая часть... Блядь, тебе чё надо? Начинает с голову пить. Не же. Чё за чешский язык? Короче, не знаю, чё за язык, но... первая часть я, честно, не помню, чем закончилась. Там, по-моему... Не помню. Это давно было, это ещё в том году было. Чё-то как-то светло. И мне ничего не дали. О, дверь. Подожди. А, тут как бы камера. Тюрьма, да. Не открывает. Не поддается и не открывается. Так, ну. Короче, тут ничего не открывается. Где Валерка? Я соскучился по нем. Уже сколько не видел его. Валерка, красавчик. Не, реально, что-то так светло здесь, очень светло. По идее, должно. Подожди, что к началу. Ну, я, конечно, все понимаю. Но все равно. В пещерах, вот, ну не в пещерах, а в погребах вот таких, по-моему, должно быть темно. А тут даже никакого факела, никакого освещения нету. Это плохо. Ну не надо так пугать, а. Я, значит, какие-нибудь мужики будут прыгать. Старики. Да, старики. Стефано. Так, значит, письмо. Может, прочитаешь? Или тут вообще ничего не понятно тебе? Это вообще даже не английский. Это вообще не английский? Послал какой-то всем. Послал всем. Свой, свое. Это какой-то чешский, что ли? Или болгарский. Ну, что-то такое. Болгарец, наверное, придумал мод, да? Даже не знаю, правда, от кого это мод. Не буду врать. Так, и... Какая цель этой комнаты вообще? Я вроде ничего здесь не наблюдаю, кроме рыцаря. Здрасте. Так, может, что-нибудь наверху? О, ключ. Сядь на трон. Два ключа? И что, мне, типа, надо выбрать правильный ключ или что? Ну, пробуй. Да я понимаю, ну какой именно выбрать? У тебя рука даже не появилась. Да вот. А. Какой? Правый, давай. Правый. Красивее. Ты уверен? Да. Клик, вот. Не знаю, что я взял. Второй бил. А это, небось, плохой ключ. Мне сейчас прибежит бабайка. Не. Ну, еще нормально. Ладно, вроде нормально. Склопку какие-то. Так, ладно, что, все вроде? Ну, вроде все. Ладно, валим отсюда. Кто закрывает дверь? Открой. Тихо, блядь, я обосрался. Такие звуки. Что, Валерка идет? Стучал. А, да это нормально. Да ёпти, кто стучится? Кто стучится? Так, короче, чё, я... А, может мне тебе камеры надо открыть? Ладно, не важно. Хотя нет. От винного погреба, по-моему. А это обалденного погреба. Ладно, идем. Ну вот две двери как... Я не понял. Какие проблемы? Мне чуть назад такое отодвигать нельзя. Что фигня было. Так, ладно, неважно. Надеюсь, мне это показалось. Вот. Ага, ключ подошел один. Ёпти. Ух, ну, такое можно увидеть только в амнезии. Так, закрой дверь. Ну, я не буду это трогать. Ну, нахрен. А что мне надо сделать здесь? Чё? Они что-то еще бурчат. Нож возьми из него. А, ты дергаешься. Они живые. Вот это, по-моему, не жив... Как ты можешь жить, если у тебя, извини за выражение, в это самом, ну, как бы, ну да, то есть нож. Ну ладно. Дука. И что, мне надо убить теперь этого, что ли, или что? Ну, попробуем. Вообще не мигает. Чуть не понимает цели этого кинжала. Фу, блин, ладно, валим отсюда, короче. Там подобрать нельзя, внизу, ничего? Да нет, что-то можно было подобрать. Так, ладно, пока я не понимаю цель, но ладно. Ладно, закрой дверь.
Походу здесь фонарика не будет. Да что у вас тут именно мания вот подвешивать людей? А чё? Не, по-моему, я зря сюда сошел. И чё? Меня сейчас напугают, небось, да? Да чё, ты чё за катапульт? Непонятно. Да не катапульт, это какой-то... Ну, как их называют? Я даже не знаю, как назвать. А, может, веревку отрежь? А, подожди. Нож-то, правда, у нас есть. Веревку отрежь. Попробуем. Чувак! Да не дергайся, ты, ёпт! Да нет. Нет, нельзя на нем использовать, к сожалению. Кинжал, так что я не понимаю смысл этой комнаты, я валю отсюда. Свидание. Так, а что вот... Да что у них именно тематика именно подвешивания людей? Висячки. А, как мне дверь открыть? Я ему нож помог. Что? Ну ладно. Ладно. Ну я попытаюсь их не трогать. Так, ну Валера здесь, к сожалению, без нас тут это... Гляньте, кем стал, а? Винный, во. А, вот как раз мне вот этот ключ нужен, да? Ой, я валю отсюда. Что за... О, пустые комнаты. Лестница, это плохо. Да-да, это плохо, но пустые комнаты, это хреново. Он сам туда посмотрел, не смотрел. Чё там? Кто там? Дверь открыта. И сейчас они будут захлопнуться, да? Слайк! Слайк, что это было? Чудечко. Да, заорал слайк. Ух ты. Может, слайк. Фонарь. Только здесь светло, зачем здесь фонарь? Ладно. Ключ не буду брать. Так, ну тут... Чё? Извини, курящий. Блин, я Валерку ждал, а не этого придурка. Не, трясется цепь, он идет. Ну возьми, чё. Да я беру все, фонарь, ключ. Так, а что это я могу? А, это на двери. Ну все, вроде я здесь больше ничего не наблюдаю. Фонарь врубать, тут так ярко, я не понимаю, ты что, фонарь тут. Hello. Hello. Ты где есть? Короче, он свалил куда-то. Здрасте. Интересная комната. Так, шкаф. Картина. Небось сейчас ее физиономия изменится. Это стандарт. Тихо. Чё, кто? О, блин. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. А чё, меня не предупредил, ёпт. Только сейчас, блядь, звук, ёпт. Я обосрался. Так, ладно. А я тем более не наушники. Добрый день. Так. Что-то... Может, ключик? Нет. А чё, бывал такой? Ключами открывают вот такие... О! Какой ключ? Может, это вот именно и сюда? О, видишь? Так. Ну, тут не русский язык, так что... Вернее, и не английский. Еврейский какой. Ух ты. Нихуяшечки. Тут-то денежки. Зачем деньги в мизии? Не знаю, я только один мод знаю, где деньги именно были нужны. Там покупать масло за них, это все деньги. Я, конечно, все понимаю, но мужиков абсент кидать, это ненормально, по-моему. О, блять, это плохо. Валим! Вот этот мужик и кинул, валил. Да-да-да-да. Туберкулеза. А он ломает дверь? Да, да. О, щет! Закрывай! Закрывай! Ки меня! Туберкулюзе. Василий. Ты тихо ты. Эх, блин, долго он так будет шляться там, а? Идет кряхтить, блин. А, уходи. Он прям тут? Подошел. Прям отошел. Хелло. Может, стоит. Хелло. What the f... Что у него за своя атмосфера? Dance party. Party for everybody in the... Сейчас книгу ничего не дадут. Блин, что тут взять, ничего не дадут. Друг, давай выпьем. Зачем вот так суетиться, а? Друг. Да, его друг. Everybody. Сука. Дружок, ты что-то хочешь? Ты что, бегаешь? Кто он это? Что ты такой дерганый? Давай сюда заходи, именно сюда я побегу. Вау! Валим. Тут у него пипичка здоровая.
нормально. Заходит. Hello. Задолбали тебе эти звуки. Так, можем ему выпить дать. Выпить хочешь со мной. Так, ладно, все, валим, короче. Главное, у мужиков, которые об стену бьются. Так и маленькая письма. А это предводитель всех псинов. Их он там набивает. Hello. Не, его там нет. Здравствуй, мужик. У тебя проблемы? Я спрятал, главное, спрятал. У него это именно и проблемы. Так, ладно. У нас два ключа. Да, это туда шел. Так, он ушел, надеюсь, а то он... Все, уходи отсюда быстрее. Да, закрывай. Все, что врезается еще. Так, какие-то бочки, наверное, свиной. Дверь, я как понимаю, мне... Ну, это нормально, конечно, что... Ты когда такое... Нет, такое... Когда... Когда-нибудь такое вообще видел? Я такое не понял. Чтобы ноги торчали из этого... Канцелярия, что ли? А, вот, как раз. Да, ну все. Тут самого главного нашего друга нет, что-то еще. Да, Валер, вот самого главного друга, из-за чего я прямо здесь... О, нет, извините. А ты и мыл сегодня, у тебя свитл. Так, ладно. Давай сначала оттуда. Да. Давайте начнем исследовать эти... Твою ж медь. Закрыто. А у тебя ключ, нет? Не, а где твой ключ? У меня, кроме фонаря и масла, и опиума, и трезвина, больше ничего. Ну, блин, мне остается выход, идти сюда. Твою ж медь. Умывальник посреди... Вот то. Ну, такие комнаты, конечно, я не видел никогда, чтобы прямо... Зашел, дверь закрыл, помыл руки, потом пошел в следующую дверь. О. О, да что, тут у них типа что, туалет что ли? Пошел, поставил, отвернулся, его разрубили. Нормально. Сейчас, давай. Блин, а ее взять нельзя? Твою ж медь. Ну, туалет какие-то у них это, расширенные. Ладно. Для толстых. Топор. Секира. Ну, секира, топора. Топора. Так, что мне? Ой, мужик, ты что, больной что ли? С тобой все в порядке, мужик. Не, он вообще нормально взял, вломился в комнату. Приглашение. Ага. Так, ладно, что с этим топором делать? Ну, возможно, можно двери. Да. У тебя остался? Да. Ага. Короче, что, я сразу вам говорю, сейчас небось отсюда мужики вылетят. Это стандарт. Или что, не? Или типа угадай мелодию, кто, кто сидит в шкафу, да? Не, не надо, пожалуйста. Только не надо меня пугать. Да ёпти. Чё, все пустые, что ли? Да не удивлен. Удивлен, ладно. Все, ладно, хрен с ним. Умывальники. Так, стул. Хрен с ним. Закрыто. Ага, может быть мы сломаем здесь? Может, короче, любую, что ли, дверь сломать? Поход, да. А чё тут тогда? Ёпти, я тут заблужусь нафиг. Закрыто, ну-ка. А, все. Чё, охренел, что ли? Китайский топорик. Ё-моё! Твою же лень. А чё ж делать-то? Ух ты, компьютерный салон прям. Заходи играть. Валерка придет, будет рубить в КС по сети. Ага. Блин, ну реально, где Валерка? Так, а чё мне надо найти тут? Ничего, вот этот слайк придет, варил, Валерка. Слайк? Ну, который... Всё-таки мы ему дали имя слайк. Ну, мы его, кстати, никак не называли. Ну, можно слайк. 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 А чё, ему идет по чуть. Так, ну чё мне здесь делают? А, нет, чё-то лежит он. Письмо, по-моему. Ну я хочу проверить эти. По-моему, здесь кроме письма ничего нет. А нахрен... О! Ёпти, чё, больной, что ли? Стучаться надо. Ворвался такой, кому-то. Ну, слайк, кстати, бы. Не знаю, чё это за язык, нахрен. Так, всё, я... Он хотел с тобой в КС поиграть. Да, только что там пропал. Так, закрыто. О, именно сюда куда шла. Или один такой администратор. А это, наверное, центральный компьютер, который отвечает за все эти. Угу. О, отвертка. Я вижу, тут текстур много взято из пенумбры. Так, библию нафиг. Так, короче, чё? Бери эту. Извини. Рука такая. Именно... Откуда он вообще там появился, мне интересно. Так, ладно. Не пойму, что это такое. Ладно, все, короче, валим. Я как понимаю, отверткой можно открыть
Любую дверь, да? Или нет? Ну тоже на 2-3 хватит и все. Небось. Ну, давайте вы? Попробуем вот тут. Да, я был. Да. Остался? Все. Именно. Даже одну. О, я не люблю моргающий свет. Так она не горит. Ну ладно. Ну смотри, что. Закрой, да закрой, твою ж лень. Да вдруг кто-нибудь зайдет, я закрою. Так. Блин, небо сейчас приближусь к маслу, что-нибудь появится. Не? Так. Ну я вижу лом. Я небо сейчас его возьму, что-нибудь произойдет. Каждый. Вон справа что-то было. Чё? Это чё? Да? Бля, разруби этого слайка. Да ни хрена, тут нельзя их бить, к сожалению. Прикольно было бы. Ну да. Так, ладно, чё у нас лом есть, и он небо сюда подойдет, да? А, нет. А она может открыть? Да нет, не открыт. Так. Там мы были. Значит, нам вообще назад идти. Вообще. Просто назад. А, ну зачем нам эту дверь открывать? Я уж понял, что это дверь. Так, там мы были. Мужик там валяется. Тут отсюда мы пришли. Эта дверь вообще какая-то загрузочная. Нам пока, по-моему, не сюда. Вот так что сюда идем. И она не будет закрыта, да? Ну-ка, лом. Попробуем. Капитан, чё. Так. Ключ, подожди. Ну тебе. Дай-ка я спокойно все возьму. Лучше. Так. Все вроде взял. Этот ключ от той двери валим. Ординат. Вот этой, походу, дверь, а? Или. А, нет, там по-другому как она называлась. Велкохал. Ну попробуй, ну вряд ли. Ладно. Совсем рядом. Ну а там было вообще другое написано. Что это за обои вообще? Ух, кто-то орёт. Кто орёт? Вася. Ну, а, девчонка поёт, нихуяшечки. Не, вот самое страшное, это вот такие вот звуки слышатся. О, блядь, вот такого я, конечно, не слышал во мне здесь, блин. Смеётся, блядь, ебать страшно, реально. Да открывай дверь, твою лень. Слушайте, что-то я передумал играть. Вот, он очень страшно для меня. Ну ладно. Запил что-то. Блять, не дай бог, что-нибудь напугает меня, не дай бог. Открывай. Твою же, у меня ничего не открывается. Ты чё валяешься? Там фонарик лежит. Чё, типа два фонаря будет, что ли, или чё? Это какой-то врач. Ты в психбольнице, что ли? Что? Здрасте, можно фонарь взять? О! Так, ладно. Хорошо, блядь. Да открывай, твою же лень. Ладно, не будем, будем экономить. Хорош, это прикольно, кстати. Там мужики валяются. Ладно, давай открывай. О, открыл. Да бери. Ты 2 часа будешь ешь. Так, ой, подожди, а что тут ничего нет? Твою ж мать, матрас. На выход матрас. Не, не, нельзя его на выход. Так, все, ладно, добери. Так, что там? Открывай. Что, закрыть что ли? А, у нас ничего нет? Не, ничего нет, значит. Что, до сих пор поет? Фу, слава богу. Не, на самом деле, я бы уже давно домой ушел. На самом деле это страшно было довольно. Очень даже страшно. Здрасте. Блин, а? О. Да положи ты, ёпти. Там кто-то сидит на унитазе. М? Что происходит? О, а что их можно брать? Них. Давай. Ни хрена можно брать. Наверное, по-моему, впервые не понадобится это, значит. Впервые, по-моему, я такой вижу, что можно брать. Так, закрой. Так, чё, типа над ним эксперименты, что ли, делали, или чё? А, ну да, это стул этот. Пытательный. Да, когда там их это, током ебашили чем-то. Чё, типа мне предлагают туда зайти, да? Не дай бог. Ну и зачем? Забавнили. Кто? Иглу надо взять. Дай иглу. Дай заберу иглу. Дай заберу, мужик. Бери иглу, ёпки. Лысый. Сядь попусь. Так все валим нафиг. Закрываем, да, нафиг. Пусть сидит, отдыхает. Забить на этот фонарь. А чё, там кто-то есть за дверью? Не знаю. 2 часа опускать надо. Открываю. Бери фонарь. Не, ну в хрех.
не воспользоваться таким фонариком. Мужик, я тебя допрашиваю. Подержи. Дай фонарь. Дай фонарь, твой флей. Ух, нихрена, вот эта атмосфера. А чё он именно туда смотрит? Застрял в текстуре. Отдай фонарь. Чё он дальше не идёт? Фонарь, ты чё, долбанутый, что ли? Ну ладно, подержи здесь. А чё он не идёт туда дальше? Чё за... Он чё, долбанутый, что ли? Давай жопу протисни. Подожди, это... Может, так? Да глупо это всё, я понимаю, но... Он не идёт, ни хрена. А почему не идёт? Ух, там его... А ладно. Нет, я не могу пойти туда. И так не могу. А чё ж мне делать? Я чё, бах, типа, что ли, или чё? Ну, здесь ты не был. Сходи. Ну, давай попробуем. Нет. Попробуй, может, так откроется. Я пробовал уже. Ну, я не вижу смысла там открывать. Может, конечно, там под матрасом и ключ лежит. Нет. Да что ты по нём? Ну, давай, ёпт. Хоть какую-нибудь дверь ты откроешь. Нет, вообще ни одну дверь не открою. Чё это бах, короче, походу. Именно бах. Он не идёт туда. Может, мне надо без фонаря зайти туда? Нет. Главное, фонарик сам туда не идет, да? Ну, если я его даже кидаю, он не хочет туда. Блять. И что мне делать-то, да? Магнитная боль. Мод вроде такой неплохой, я бы хотел сказать. Может... Давай, блядь, заезжай. Да он не едет дальше, нихрена. Давай, блядь, может... Как-нибудь пролезем. Блин, а чё там есть? Вот небось за этой ширмой что-нибудь лежит. А чё ж делать-то? Да. Твою ж медь. Ну, может, как-нибудь и зайдём. Давай, а. Я как понимаю, эта дверь должна была закрыта быть. И мы должны были иглу использовать, чтобы открыть дверь. Так я понимаю, или нет? Может, не прогрузил. Зайди, можешь выйди отсюда. Загрузочную дверь. А, да я думаю, нас не отпустит. Так, ладно. Не отпустит. Может быть... Да нет. Мужик, может, ты что-нибудь подскажешь? Может, что-нибудь я не добрал? У тебя проблемы. Что делать-то, а? Тебе всегда нет. Что делать, правда? Так, а что нам пишут, когда мы нажимаем на эту? Без ключа. Типа не уйти. Чеши рыбку. Реально, а что делать-то, а? Мурик, может, ты что-нибудь подскажешь? Ну давай, ладно, попробуем выйти, но я сомневаюсь, что... О, может, сюда? Ни хрена, я в России живу. Я не знал про эту дверь вообще, забыл. Ух, нихуя себе. Чё? Хелл? Хелл? Чё-то не знаю даже. Не помню, что это. Ай, ушки. Чё происходит? Ай, ушки. Чё, кто-то идёт? Бери масло. Давай дверь запрём. Давай, 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 давай запрём дверь. Кушетку. Давай. Посильный режим. Да всё. Кто-то зайдёт и сразу на кровать ляжет. Слайк или Валер. Оп, топор тащит. Да кто орёт? Блять, мужик, чё ты сидишь там? Да и опим, блин. Настойку опим. Да я знаю. Так, подожди, а что мне делать? Да и чего все здесь живые, что ли? Так, ладно, это топор. Че, я могу взять топор? А, взял. Глянь вниз, вниз, кто там валяется. Где? Они дышат, по-моему. Нет, эти проблемчатые, у них. У них все, проблем. Не встает. Ну, в том-то дело, может, его убить надо. Да нет. Ладно, короче, ну, топор. А, ну топор для тех дверей, короче. Которые там были. Еще была дверь, которая не открывалась. Давай, ладно. А что, масло закончилось? Да. Давай еще. Масло здесь дают достаточно. Что ты застрял? Дают достаточно. Вроде бы. Закрываем нафиг. Ну пробуй теперь дальше. Че, теперь, короче, ну я сомневаюсь, что здесь секиру можно воспользовать. Хотя. Ну, вот я думаю, что вот тут секира вот как раз и нужна. Ну-ка.
Какой-то механизм. Механизм. И кнопка какая-то деревянная, блин. Я ничего не понимаю. Может тут что-то надо? Ох, ни хрена. Так, что мне здесь надо сделать? Там по топором ёбнуть. А может реально? Нет, нет, пора. Так, ладно, на кнопку я нажал, короче, что-то произошло где-то, может, в другой комнате. Ладно, пойдем посмотрим. Может быть, вот эти двери теперь... А, нет, это было открыто. Может, вот это? Не, короче, они не открыты. Может, теперь нам можно пойти сюда? Типа там гравитация какая-то была, теперь можно, да? О! Теперь типа свет. Он типа что, боялся темноты, не хотел идти, что ли, сюда? А, ладно, положи, пусть лежит здесь. Спрячься, да. Так, и тут у нас много сладостей дают. Я, кстати, хочу сказать, что нам очень много вот этого дают, добра. Правда, зачем? Мне не нужно. Да, я не понял, зачем он тут? Ну ладно, так, книги, файлы какие-то. О, лампочки там нет. Печально. Так. О, тихо. Я не понял, слышь, я сейчас выкину твою машинку. Открой дверь. Ну он взял, это моя машина. Не бери, забубнил сразу. Ключ. Так, ключ пусть лежит, а надеюсь, там никто не стоит за ней. Блять, ванна. Ну ладно, пойдем посмотрим. Че тут? Вот, да. Прыгну. Да не дай, ну ладно. О, я уточка, епт. Он, блядь, дергается. Плавает как будто. Давай, давай. Бля, он теперь вылез с ним, нахуя я прыгнул? Бля, сука. Он вылезти, правда, не может. Твою! Давай, лу! О, вылез, слава богу. Фу. Сука. Там, походу, вода засасывала его. Так, ладно, бери ключ, короче. Я как понимаю, это от входной двери, нам, чтобы выйти отсюда, да? Пойдем. Свой. Ламбет! Свой ключ убери, да. Так, ключ. Это типа от вот этой двери. Пусть фонарь. Ладно, он меня забрал. А я дальше не смогу его даже забрать сюда, допустим. Да. Ну да. Вроде нормально вот. Да блядь. Твою ж мать, что-то как прибо. Это секта тут, блин, у них. Ух ты, какая дверь. Прикольная будет, да? Да. 13. Это дэд. Давай, закрывай! Закрыл. О, это из тоже спинобра, только там в более меньшем виде это выглядело. Ладно. Так, тут ничего нету. Нельзя компьютером воспользоваться, телефоном тоже. Взял, позвонил бы в милицию, я не знаю, или в полицию, чего у вас там. Ну, милиция, меня тут этот слайд бьет. Карандашик. Так, ну... Чего там? Первый вижу. Кстати, здесь вообще что-либо можно поджигать вообще. Так, ладно. О, да тут. Кичупханец какой-то. Не, это главное лежит, где медикаменты. Заметь. Для батарейки. Шприцы. А масло там. Может. Да и вряд ли. Хочу, глянь. Ты открывай ее. Так, трутницы. А нахрена тебе это? Это опиум, что ли? Странно, опиум какой. Текстуру поменяли опиума. Так, ладно. Ну-ка, а то не откроет. То не откроет, к сожалению. Фу. Тут давно не мыли, короче. Нет. Все, валим. Стрелять тухло. О, а это было? По-моему, не было. Давай, в каждую видим. Так, ну, давай теперь это посмотрим камеру. Здесь может попасть. Ну здесь, по-моему, ничего нет. Надо удовольствие. Типа, просто сделали комнату, чтобы вы испугались, думали, что в ней кто-то есть. Вот там, допустим... Железный дверь. Допустим, реально, что-то, может, и тут и будет. Мужик. Ну, его тут кто-то это... Ну, долбил, можно так сказать. What the... Я не знаю, просто какое тут еще слово этому жесту. Закройся, ёпт! Стоит он, конечно, пошловат. Закрой его нахуй. Так ладно, все, валим, короче, отсюда. Тихо, ты же пользуешься, ну. Точнее, убили его, наверное. Ну да. Опять я тоже раком сидел. Короче. Не Камасутру изучаешь. Похоже, да. Короче, тут ничего полезного в этих комнатах. О, первый светильник, ни хрена себе. Я его впервые вижу здесь.
Блин, а прикольно так сделано. Двери огромные, валяются на земле. Вот это ненормально, по-моему. Куда я падаю? Как он выжил? Ладно, я все понимаю, конечно, но как он выжил? Ладно, будем думать, что он какой-то супергерой. Крысы. Я можно поджечь. А зачем? Я смысла не вижу. Верим. Че? Достану. Отсос. Так, ладно, тут чуть, ну, тут можно что-нибудь. О, трудницы. Деньги опять. Деньги забыл. Мужик, твои деньги. Мои деньги забрал. Так, закрыто, короче. А он... Не, нет. Так, и у нас есть еще две двери. Опа, а вот это куда-то, походу... Не, не туда. Это... Нет, это не масло, это какое-то вино, может, какой-нибудь химикат. Закрыт. Так, масло. Ну, масло я хотел бы побольше, чтобы не давали. Хотя бы на одну баночку. О, тушки. Да, наверное, тут подвешивают их, эти... Обалдеть. Так, пила. Ну, или как, напильник, как он будет. Гулять в этих свиньях. Да, может, там что-нибудь лежит. Так, все важно. Пилка на древо. Язык, конечно, не очень даже интересный. Мне даже интересно, что... Так. Ну, по идее, к двери он может подойти. Он и подошел, кстати. Ну, можно было поумнее что-нибудь придумать там. Он бочку распилил, ну, конечно, за, это заумно слишком, но... Ладно. Чингисхан какой-то. Так, эти рубанки. Ого, ключ куда заныкали. Да вижу я, можешь не напоминать мне. Так, чё, может тут что-нибудь спрятано? Я на всякий случай посмотрю. Ну, думаю, нет. Хотя, возможно, и могли спрятать ключ. Ну, вроде здесь больше, кроме ключа, я здесь ничего не наблюдаю. В ту дверь мне, значит, надо. Да что ж тебе от меня надо, а? Когда Валерка придет? Ну, Валерка выйдет гулять. Да чё, я... Сколько Валерка не вижу? Так. Я надеюсь, меня не заметил? Трудно не заметил. Так, здесь ключ можно использовать, да? Нет, нельзя. Закрыто. Куда-то вниз можно пойти, спуститься. Вообще ничего не вижу. А, во. Коробки какие-то. А чё там? Чё, он сюда идет? Бляха, валим. Нет, тут ничего нет, валим. Всё, давай, открой дверь. Тыкай, косой. Нет, давай. Блин, масло, чё ты кончаешься-то? Ну ладно, сейчас я беспугать буду, да? Блин, коридоры. Ааа, ёпта, бля. Чё там происходит? Землетрясение. Масло. Большая порция. Физиономия поменялась у меня. Красавчик. Ключ. Ну и все. И что мне получается, назад идти или что? Может тебе ключ дать? Хотя это глупо. Ну, нет. Ему надо дать ей операцию. Ой, блин, так, ну ладно, валим, короче. Я понимаю, баловаться любите, двери закрывать, но... О, а как мне наверх подняться-то? Так. Да. А, ну тут надо. Ну давай попробуем. Нет, он не запрыгивает почему-то. Хотя, тут можно даже зацепиться, блин. У него фонарики. Так, ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Небось коробки надо поставить. А, ну да, да. Не просто так они, мне кажется, здесь их поставили. Давай. Ну, пару, я думаю, хватит. Хотя, кто его знает. Давай, за... Блин, дожались сюда не может. Вот так, давай попробуем. Угу, угу, отлично. Так, и небось сюда ключ нам надо использовать, потому что мы не открывали. Ну да. Кто идет там что-то? Наверное. Желтый. Достаточно страшный. Но... Опять улица. Да, мы опять. На, что тебе надо? Не знаю. Дочь доказала, что. Слушай, письмо маленькое. Слышь, сюда дед, а я могу идти? И на этом мод заканчивается. Довольно такой.
Ну, не долгий, не маленький мод, а вот такой вот стандартный средний мод. Очень даже мне понравился мод, да. Хотя, откуда я скачивал, там что-то ему как-то мало дали баллов, рейтинг. Не знаю. Ну, мне понравилось, надеюсь, вам тоже этот мод понравится. Подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. Оставляйте комментарии. Всем удачи, всем пока. Ну, перед тем, чтобы сказать пока, я хочу сказать один минус этого мода. Тут не было Валерки. Не было Валерки. Это плохо. Это очень плохо. Ну ладно, всем удачи, всем пока. Ждите Валерку.